Утром 21 ноября в Красноярском крае около 11 часов утра на 760-м километре трассы Сибирь в Емельяновском районе произошло столкновение иномарки с фурой. По предварительным данным МВД, Toyota, двигаясь со стороны Ачинска в направлении Красноярска, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком Mercedes. Скончались два пассажира легковой машины, мужчина и женщина. Еще двое находившихся в иномарке, женщина, сидевшая за рулем, и 10-летний ребенок, доставлены в больницу. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.